Добрый день, уважаемые рыболовы. Вашему вниманию предоставляется очередной, неочередной ролик лекция 2017 года диафильм видео из серии «Лаборатория Станова». В этом ролике я предложил бы вам подумать вот о какой вещи. Если кто-то считает, что наша страна замечательное место для производства чего-либо, я вам тут же возражу. Почему? Ну, я вам отвечу. Делать, конечно, можно, и делать можно гениальные вещи, но нужно при этом помнить, что есть множество стран, которые могут делать то же самое, но, например, не затрачиваясь на средства на отопление. То есть вот та географическая широта, где лежат эти страны, она как раз способствует тому, чтобы люди не тратили дополнительные средства на производство каких-либо вещей. Но, как вы понимаете, климат у нас, однако, не самый сладкий, мы всегда будем проигрывать. Но с чем бы я это сравнил? Ну, например, у вас есть интернет-магазин и магазин, который нужно разместить в помещении, за которое вам придется платить аренду. А еще, представьте себе, отапливать это помещение. С ума сойти. Не лучше ли в этом смысле просто интернет-магазин? Да, вот вы об этом поразмыслите, я прощаюсь с вами. До следующих роликов, удачи!